И буду танцевать, да, ламбаду. Бетховен, собака. Les Français font les bicyclettes. На велосипеде? Oui, oui, tout droit, tout droit. Похоже на какую-то лакримозу, непонятно. А качаться не люблю. Дурной совсем, да? А что ты показываешь так? Карнавал. Сейчас Андрей с Марианой сыграют в импровизацию «Громкий разговор». Значит, сейчас мы будем придумывать тему, на какую тему будет разговаривать. Андрей будет в наушниках ничего не слышать, а Мариана будет вести импровизацию, разговаривать на эту тему, пытаться... И Андрей должен поддерживать разговор и понимать, пытаться понимать хотя бы. Давайте выберем тему сперва. На какую тему будем общаться? Музыка. Тема музыки, да? Вот, да, классическая музыка. Музыка. Классическая музыка, боже, тебе будет сложно. Вот судьба стучится в дверь. Ты на органе играешь, да? Нет, на рояле, на рояле, на рояле. Лобаешь, церковь Ничего большая. Ничего не слышу, не слышу. Холодно, не зима, потому что не топят. Я... Не слышу. Слишком громко. Не слышу. Не слышно. Вот, молодец. Не слышишь. Он. Кто-то играет, а кто-то не слышит. Молодец. Композитор, композитор. Он писал музыку, музыку писал, музыку. Я понял. Моцарт глухой. Ослеп Моцарт, и я глох. На органе играл. Нет? Глох, Бетховен. 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 Собака. Акина Иту. Ну, конечно же, Бетховен. Молодец, вот нагло. Вот, молодец. Да, вот, и вы симфония, да, Бетховен. Правильно, правильно. А когда вот такой вот плачет. Пианист плачет. А, грустная мелодия. Минор. Ля минор. Ре. Ля минор. Ре. Ре. Ре минор. Ре минор. Вот когда, допустим, я там, типа... Молитва. Дориме. Вот типа такого, ну когда, вот я там все, там все... Тебе поем, отче наш. Вот, нет, в гробу, вот, я лежу. Не знаю, не знаю. Дай еще подсказку. Подсказку еще? Еще подсказку. Плачет, плачет... Ангел, ангел. Лакримоза. Плачущий ангел. Лакримоза. Лакримоза. Моза. Дирижер. Ты дирижер. Дирижируешь. Тонкин. Ну, ну что происходит? Ну, ты дирижируешь, так? Да. Кто-то дирижирует. Ты дирижируешь, ты. Харами дирижируешь. Твой хор из Испа. Ну, твой хор из Испа спит, а из Ранзяйна Райзенхауда не спит. Дети спят. Мальчики. Дети спят. Ну, ангелы. Не так. Ангелы улетают, да. Вот они плачут. Ангелы улетают и плачут. Да, называется Лакримоза. Моцарт. Моцарт. Таратира. Вот, 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 типа, церковь, знаешь? Церковь, церковь. Вот такая церковь. Mm-hmm. Церковь, церковь. Похоже на какую-то лакримозу, непонятно. Снимай. Вот это красавчик, вот я же говорю. Следующая импровизация. Сейчас уже Мариана с наушниками. Андрей будет ей объяснять, разговаривать по поводу отдыха. Все женщины во время отдыха чуть-чуть стараются расслабиться, так? Они чувствуют себя закрепощенно. Чтобы расслабиться, они употребляют алкоголь. Алкоголь употребляется женщинами не в крепком виде, а в разбавленном. Берется стакан, открывается бутылка, наливается напитки. Туда алкоголь. Женщины во время отдыха, напитки, коктейль. Ну да. Я правильно сказала? Да. Не ори.
5. Видите? Ангелы спят. Да, стань вот здесь. А как зовут человека, который крутит пластинки на дискотеке? Вот есть дискотека. Светофоры, огни, там это самое. Все. Дискотека. Люди танцуют, да. А как назвать человека, который... Апурились, который... диджей, неправильно. Диджей, правильно. Диджей. Вот смотри, как человек может... Да. Да, диджей, все верно. У него алкоголь. Да. А вот как зовут одного из самых известных диджеев в Голландии? Вот, вот человек крутит. Кто он? Диджей, да. А есть диджей... Диджей Тесто. Он диджей Тесто. Нет, диджей Тесто. Нет, вот диджей. 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 Тесто. Тесто. Знаешь, ты месишь. И опять месишь, переворачиваешь, опять месишь, поднимаешь опять. Диджей Тесто. Тесто, знаешь, тесто. Ты делаешь чебуреки. Ты вам... Диджей, который несет тесто, не очень хорошо. Это диджей Тесто. Написал я. Ну да, диджей Тесто. Призвали, подожди. Это был диджей Тесто. А диджей, который, да, вот это, а потом тесто месит. Это как глупо. Это диджей Тесто. Фамилия у нее такая. Ну, диджей Тесто, я знаю. Вот, вот, отлично. Да, ты выиграла. Диджей Тесто, ты что? Ну, просто, который тесто, ты разговариваешь. Давай тему страны. Страны, да? Да. Окей. Давай. Я знаю, что ты прожил много лет в Швейцарии, да? Руслан, я тебя не понимаю. Ты прожил много лет в Швейцарии. А? Ты прожил много лет в Швейцарии. Скажи, это страна, она... Да, страна. Она уезнайде далеко или рядом? Швейцария. Швейцария? Да, да. Поэтому тебе нравятся горы, да? Так как ты жил в Швейцарии. Швейцария, да. Швейцария. Ты жил там, жил. Ты жил там. Я там жил, да. И тебе нравятся горы, да? Там горы. Да, тебе, нрав... горы, тебе да. нравится, да? Высокие горы. Нравится. Там козлы в горах ходят, да. Горные. Ну тебе нравится, нравится? Горы нравятся? Коровы, да. Горы нравятся? Горы нравятся? Горы там, да, остались. Я их не брал, когда я приехал в Голландию. А в Голландии нет гор, да? В Голландии нет гор. А? Ну, маленькие тоже горы нормальные, если они, ну, приятные на глаз. В Голландии вообще нет гор. А, в Голландии нету? Нет, ты да. сейчас... Нет. Да. А холмы есть? Кто? Холмы. Кто? Холмы. Кобы. Какие кобы? Холмы. Холм. Холмы? Да. А, холмы есть. Есть, да? Есть. В Голландии холмы есть. Там, где-то на юге, рядом с Маастрихтом, там есть большой холм. 300 метров высотой. В Хофдорпе здесь есть холм, есть. Поменьше, чем 300 метров. Поменьше, да? А тебе вообще какая любимая твоя страна? Какая любимая твоя страна? Что тебе нравится? Какая? Холм как называется? Нет, страна какая любимая. Кто называется? Страна, любимая страна. Любимая страна. Любимая что? Страна. Любимая? Страна. Гора? Любимая гора? Страна. Страна? Да. А, моя любимая страна? Да. Бразилия. Ты был в Бразилии? Нет. Но она любимая, я хочу туда поехать. Хочешь на карнавал попасть туда, да? На карнавал хочешь попасть, да? На бразильский карнавал хочешь попасть, да? Бразилия далеко. Да. Далеко, по-любому. А ты на бразильский... Я там не был. А на карнавал хочешь... А хотел бы побыть. На Новый год в Бразилию? Ну, Новый год, ну, карнавал. На Новый год поеду, да. Нет, как-нибудь. Карнавал. Как на самолете туда полечу? На карнавал. А, и буду танцевать, да, ламбаду. Карнавал. 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 Какао? Нет. Я не люблю какао. Нет, карнавал. Не. Я женат. Карнавал. Карнавал. А, карвалол. Карнавал.
Карнавал! Да, да, да. Карнавал. О-о-о! Ну давай спорт. Спорт. Давай, давай. Выбираем тему спорт. Вот ты какой больше любишь спорт? Связанный с бегом или с поднятием тяжестей? Ты по-русски говоришь? Да. А? Да, да, да? По-русски. Окей. Okay. Еще раз. Ты спорт какой любишь? Бегать? Если я бегаю? Или сила? Нет. По утрам бегаю. Не. Ты. Сердце у тебя. Сердце. Сердце не болит. Сердце. Ты любишь. Какой спорт? Этот или этот? Этот – это бег, этот – это… Да? Люблю я спорт! Какой из двух? Из двух – этот или этот? Из двух – один! Да, какой? Бег или поднятие тяжести? Бег или качаться? Да, да, да. Что ты больше? Бег. А что ты показываешь качаться? А, качаться не люблю. Дурной совсем, да? А что ты показываешь так? Если я качался? Да. Да. Да? Нет, не качался так. А бегаешь ты куда? Влево или вправо обычно? Скажи. Что за пивом? Куда за пивом? Бегаешь, когда спортом занимаешься. Ты бегаешь? Я бегаю, да. Но не каждое утро. Нет? Но а в то утро, которое ты бегаешь, ты скорее всего налево бежишь или направо? Если я налево хожу? Да. Нет, бегаешь. Не ходишь, а бегаешь. Бегаю, да. Да. Выхожу направо. Понятно. Скажи, а ты когда бегаешь, твоя футболка пахнет? Воняет ли футболка? Да. Конечно, воняет. Серьезно? Ну я. И что ты делаешь с ней потом? Я их нюхаю, кайфую. А сколько раз в неделю ты бегаешь, скажи? Что? Сколько раз в неделю ты бегаешь? Это он на французском говорит? Oui, bien sûr. На французском? Oui. Сколько? 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 Сколько стоит? Раз. Один, два, три. А, сколько? Раз, сколько, раз в неделю ты бегаешь. А, сколько я в неделю бегаю, да? Да. Ага, понял. Иногда четыре, а иногда один. Qu'est-ce que tu as comme les chaussures quand tu cours? Еще раз. Qu'est-ce que tu as comme les chaussures? Кого? У кого засохло? Les chaussures, tu sais les chaussures que tu portes кроссовки? Sur tes jambes. Mais oui. У меня кроссовки какие? Ouais. Обычные. Les chaussures normales. А? Les chaussures normales. Normal. Les chaussures normales. Ну, okay. Какой барабан? Les chaussures. Кроссовки, говорю, нормальные. Les chaussures normales. Нормальные ли кроссовки? Oui, les chaussures normales. Нормальные? Oui. Да. Но Марьяна говорила, что Мицуна хорошая. Et toi, tu parles français ou pas? Hein? Tu sais, le français, les parisiens et tout, tu parles français, toi? Non, français. Mais Vélocipède? Tu sais, oui, les français, les bicyclettes. Les français font les bicyclettes. La vélocipède? Oui, tout droit. À gauche, on tourne à gauche. Tu tournes à gauche. À gauche, tu tournes à gauche. Le trou du cul. Je Maintenant, tu tournes à droite. C'est tout bon, on s'arrête. On s'arrête. Tu prends le vélo, tu le prends comme ça. La vélocipède, c'est un jour, et, non, et tu le parques. Tu le parques. Oui, le vélocipède. Oui. N'oublie pas la fermer, hein. Oui. Ferme la vélo. Oui, très bien. Très bien. Ouais. Et maintenant tu vas nager. Что? Tu sais nager? Чтобы никто не стырил? Ouais. Не стырил. Нажми. У меня есть ключ, но не фильмы. Oui. Tu la mets là? La clé? Tu la mets là? La clé. Tu la mets. La ключ положи сюда. Oui. Tu la mets. Maintenant on va nager. On va nager. Кого лизать? Нажей. А, плавать? Oui. А, мон пти рус. Бля, ты comprends? Нет, на бассейне классно, но я нельзя сейчас, карантин. Non. Tu plonges. Tu sais, plonger. Нырять. Ça, c'est la piscine. Нырять в воде? Et tu dois plonger dans la piscine. Ouais. Нет, я боюсь нырять. Mais vas-y, c'est pas très profond. Vas-y, on fait comme ça. Короче, он что-то прикалывается на руку. Tu fais comme ça. Hein? Fais comme ça, mon petit russe. Tu sais comme ça. Tu fais comme ça. Et puis maintenant. Et tu nages. Tu sautes dans l'eau. Прыгать в вышке? Oui, tu sautes. Не, это не мое. C'est trop. C'est trop haut pour toi, ouais. Большая вышка? Oui. Я никогда не видел. 15 метров. 15. Что? Что ты показываешь? Oula. Est-ce que tu sais faire le rafting? На байдарке? Oui. Никогда не плавал? Нет, а хочешь?
Хочешь? Что это ты вот это вот показываешь? Что это такое? Это ненормально. Ты за танцы какие-то говоришь? Нет, это ты делаешь. Я говорю, на падле катался когда-нибудь? Напарник? Нет, на падле. Падла. Знаешь, что такое падел? На падле катался когда-нибудь? Падла? Падла. Длинная такая, надуваешь ее. Падла. А, на лодке, которой дуешь лодку? Да, да, а потом вот так вот, да, да, да. Дуешь на со... Нет, да, да, это она. Катался? М? Катался? Нет. Чё он злится? Какой твой самый любимый вид спорта? Неправильно. Какой фильм смотрел? Да. Я? Да. Последний? Да, о спорте, о спорте. Сваты 6! Люди из зала интересуются, у тебя был секс втроем или нет? Что у кого? У тебя был секс втроем или нет? Я... Был что? Секс. Секс? Втроем. Нет. В воде? Ну, я не знаю, где у вас там было втроем. Втро... И что? У тебя был секс втроем. Руслан... Еще один Руслан, и еще один Руслан. С тремя девушками? Да. С двумя. О, красавчик. Красавчик. Классно. Я, наверное, что-то не то говорю.